Всем привет! Чемпионат России грядет новый тур. Сразу две ярчайшие вывески: противостояние Локомотива и ЦСКА и матч Зенита и Краснодара. Вот как раз про игру, которая состоится в Петербурге, хочется поговорить. Команды встречаются на фоне побед в Еврокубках, одержанных, правда, по-разному, но настроение будет хорошее у тех и у других. Я думаю, что определенный задор, он будет превалировать над той усталостью, которая может быть с Еврокубковой недели. Ну и Краснодар в отличной форме. Краснодар шикарно себя проявляет в последних турах чемпионата России и здорово себя проявляет на Еврокубковой арене. Потрясающий гол Торнике Акриашвили, конечно же, добавит эмоции краснодарцам. И первая ставка, которую я хочу вам предложить на этот матч: Краснодар не проиграет. То есть x2 оценивается очень солидно, хороший коэффициент, ну и хорошая вероятность, что так и будет, потому что все-таки мы видим, что «Зенит» по отношению к началу сезона немножечко просел, это мы видели и в матче со «Славией», ну а «Краснодар» как раз-таки находится на пике. Есть такое ощущение, ну и я думаю, что на пике «Краснодар» проиграть не должен, поэтому x2. И вторая ставка, которую хочу вам предложить, это «Верх». Я думаю, что опять же будет определенный задор, определенный азарт в действиях футболистов обеих команд. Ну, в первую очередь, наверное, даже гостей. И «Зенит», думаю, должен подхватить инициативу. Я думаю, что в какой-то момент игра должна пойти довольно открытая. Но есть вариант для подстраховки. Больше 2,5 тотал не берем, берем азиатский тотал. Больше 2,25. Что это значит? Это значит, что если будет забито 2 гола, половину поставленной суммы мы получаем обратно. А если будет забито 3 гола, соответственно, наша ставка выигрывает с тем коэффициентом, который здесь дается. Он, конечно, ниже, нежели в случае с тоталом больше 2,5, но, тем не менее, здесь есть элемент подстраховки. Поэтому, опять же, берем азиатский тотал больше 2,25. Это вторая ставка. А первая, я вам уже сказал, Краснодар не проиграет. Удачи! Прислушаться или нет, это, конечно же, ваш выбор, но только прошу вас, не относитесь к ставкам серьезно. Это только развлечение, не больше.